Так, напоминаю, у нас сегодня семинар по основам глубинного обучения. Какой-то очередной семинар, я уже даже сбился по счету какой. Сегодня мы будем, на этом семинаре мы начинаем с вами говорить про тексты. То есть если на предыдущих семинарах мы говорили про картинки и все, что с ними связано, то на этом семинаре и на нескольких последующих мы будем уже говорить про тексты. Сегодня мы начнем с такой уже старой, но хорошей там, истории про Word to Vec, то есть про то, как мы можем представить слово в виде некоторого векторного представления. Как обычно, начинаем с общей странички курса, где вы можете найти всю нужную вам информацию. В частности, все материалы по семинарам лежат по ссылочке в общем репозитории. Также в чатике в Telegram всем скинул ссылку на коллаб, где мы будем решать наш семинар. Также есть, безусловно, есть решение, да, то есть если вы откроете седьмой семинар в общем репозитории, то там будет две тетрадочки, одна с заданием для семинара и одна тетрадочка с решением, чтобы вы дома смогли самостоятельно затем запустить еще раз, поиграть, если вам будет интересно. Да, давайте откроем сразу тетрадочку с заданием. И да, и если вы ее уже пролистали, то вы могли заметить, что она достаточно такая объемная. Но если подводить какой-то итог этого семинара, этой тетрадки, то на самом деле все очень просто. Наша сегодняшняя цель, главная, будет заключаться в том, что мы обучим одну очень простую модельку, очень простую сетку. Причем эта сетка даже проще той, которую мы с вами рассматривали на самом первом семинаре этого курса. Но, к сожалению, поскольку мы с вами говорим про тексты, то в текстах будет очень много предобработки, потому что без нее мы, к сожалению, не сможем подать данные на вход нашей нейронной сети. Поэтому, наверное, процентов 80 все тетрадки занимает именно предобработка и какие-то там картиночки с описаниями того, что именно мы делаем в этой предобработке. А оставшиеся 20% там кода – это, собственно, сама моделька и скрипт ее обучения. Вот. Когда мы до нее доберемся, вы сами сможете убедиться в том, что она действительно достаточно простая. Итак, мы сегодня будем говорить про эмбеддинги слов. Вообще, зачем это нужно? Поскольку мы говорим с вами про тексты, и вы все отлично знаете, что тексты состоят из отдельных предложений, отдельных выражений, да, то есть комбинации нескольких слов, просто отдельных слов, либо из каких-то символов. Там каждое слово в отдельности состоит из, там, тоже из каких-то символов, из букв. Но мы знаем, что наши нейронные сетки, которые мы обучаем, они на вход принимают численные числовые вектора, причем вектора фиксированного размера. Вы, скорее всего, не сможете подать одной и той же сетке на вход вектор размером 10 и вектор размером 20. Да, скорее всего, вы просто переведете все вектора к одному размеру, и тогда уже сможете их пропустить через нейронную сеть и обучить нейронную сеть на таких данных. Но как бы текст – это же не числовые вектора. И возникает вопрос, а каким же образом мы можем текст представить в виде векторов? И на этом семинаре мы как раз попытаемся ответить на этот вопрос, а именно мы будем рассматривать специфичный кейс, очень простой, а именно как каждое отдельное слово мы можем представить в виде числового вектора какого-то определенного размера. И отсюда возникает сразу же вопрос вам. Ну, видимо, к одному человеку, к Николаю, который слушает. Больше, к сожалению, никого на семинаре нет. Хорошо, попытаемся разговаривать с одним человеком. Вопрос звучит следующим образом. Вот есть текст, есть отдельные слова.
какие способы представления слов в виде векторов вы можете назвать? Из тех, что вы уже знаете, либо из тех, что вы придумаете. Не стесняйтесь. Так, ну честно, честно, там их много вроде как, но один из самых простых — это, ну, вот взять текст и посмотреть, сколько в нем слов встречается, ну, как бы, сколько раз встречаются конкретные слова, и получается каждый, например, вот у нас есть в векторе итое число, и это итое число будет отвечать за одно слово, и посмотреть, вот так вот представить текст. То есть так получается, что каждому слову мы ставим в соответствии его частоту, то есть одно число. Да, да. Так, хорошо. Ну, это получается вектор там, размерности 1. Можно ли еще как-нибудь? Если, ну, например, то есть добавить инфы. Не вектора 1, а вот вектора размерности количества слов уникальных в тексте. Так. Вот. И получается, потом за каждый вот отдельный вот элемент в этом векторе будет отвечать определенное слово. И сколько у нас слов в одном тексте, например, 5 у нас слов, не знаю, вот, например, вот, анализирую текст, который вот сейчас есть для задачи обработки текста, в котором анализирую единицы и являются слова. То есть представим привести все слова к инфинитивом и так далее, то есть, ну, убрать окончание и прочее. Вот, и потом, например, взять вектор, который будет определять этот текст. Первый элемент вектора будет для слова «для», то есть сколько раз он встретится в этом тексте, второй для задач, сколько раз это слово встретится в тексте и так далее. Как пример. Да, отлично, хорошо. То есть получится, там, допустим, если у нас 100 уникальных слов, то каждому слову мы ставим в соответствии 100-размерный вектор, и где все значения будут нулями, кроме одного. Ну, наверное, как-то так, да. Окей, да. Еще какие-нибудь способы? Ну, там очень много говорили про word to vect, но я как-то не особо сильно понимаю его. Но я знаю, что типа его можно использовать. Вот, да, его можно использовать. Мой вопрос заключается, ну, как бы, я хочу от вас не, чтобы вы назвали какие-то методы, которые вы не знаете, да, я хочу, чтобы вы подумали и попытались ответить сами себе, вот как бы вы это делали, да, допустим, вы не знаете Word2Vec, если вы его не знаете, вы не знаете ничего другого, вы просто там знаете уже про анализ данных достаточно много, работали с числовыми данными, и вот к вам приходит новый тип данных, который вы раньше не видели, там текст, да, и вот вам нужно его каким-то образом представить в вектора. Вот первый способ вы назвали, да, годится, отлично. Что бы еще можно было бы? Так, ну это уже такая более креативная задача. Окей, а да, если, да, да. Если как-нибудь рассмотреть, ну не знаю, какую-то область определенного слова, то есть взять два предыдущих и два последующих слова и посмотреть, сейчас додумаю, сколько раз встречается именно связка этих слов. Как-то так. Ну да, это уже ближе к Word2Vec, да. А, окей. Word2Vec, видимо. Окей. Ну, как-то у меня все, пока мозг не сильно работает утром. Хорошо. Ну, на самом деле, это такой вот тоже общий подход, который работает не только с текстами, в принципе, а вообще с любыми неизвестными данными, это попытаться просто нагенерировать каких-то фич. Да, вот одну фичу вы назвали, это частота слов. Можно взять какую-нибудь другую фичу, еще типа части речи, там существительное, прилагательное, глагол, и закодировать в виде категории. Потом можно тоже закодировать, ну, примерно область, из какой это область, где это слово чаще всего встречается. Ну, например, если мы говорим про, если у нас есть слово множитель, да, то это, наверное, математика.
или там уравнение, это тоже математика. Если мы говорим, например, краска, это там искусство, допустим, да, и закодировать вот эти топики. Что еще можно, какие еще фичи можно придумать? Ну, хотя бы так, да? И вот эти, и вот каждая вот эта фича будет как раз одним из элементов нашего вектора. Ну, такое, это тоже лобовое решение. Я ни в коем случае не утверждаю, что всегда нужно так делать, потому что, скорее всего, это будет работать плохо и вообще муторно этим всем заниматься. Но это то, что может прийти в голову. Вот. Да. И на самом деле, да, эти методы работают не очень хорошо. И мы сегодня рассмотрим один из таких первых методов, который работает хорошо, он уже достаточно старый, называется work-to-vec. Да. Идея work-to-vec в целом, да, вы правильно ее назвали, что мы как-то смотрим на сколько-то предыдущих слов, на сколько-то следующих слов вокруг нашего целевого и условно считаем вероятность того, как часто эта связка встречается. Это можно, идею work-to-vec можно еще представить следующим образом. Мы хотим каждому слову поставить соответствие некоторый вектор какого-то размера. Тем самым, если мы представим пространство этой размерности, то каждому слову мы будем ставить в соответствие какую-то точку в этом пространстве. И мы хотим, чтобы вот это вот соответствие, оно обладало каким-то свойством, какими-то свойствами. И прежде всего мы хотим, чтобы слова, которые близки по смыслу, они были ближе друг к другу. А слова, которые сильно отличаются по смыслу, они, соответственно, были дальше друг от друга. То есть расстояние между ними было больше. Вот такое преобразование, вот такое соответствие мы хотим сделать. И вот на протяжении всего семинара мы как раз и будем разговаривать о том, как же именно мы это можем сделать. Так, да, ну для начала немножечко вернемся к тому, с чего мы начали. Да, мы уже поговорили про one-hot encoding в том плане, что мы можем, если у нас есть текст, есть там 100 уникальных слов, то мы говорим, что каждое слово мы будем представлять в виде 100-размерного вектора, где все значения будут нулями, а кроме одного, где будет стоять единичка. То есть положение, то есть позиция единички внутри этого вектора будет нам говорить, какое слово мы закодировали. Это такой тоже самый распространенный способ, который используется не только в тексте, но вообще везде, где есть категориальные фичи. И в принципе, с ним тоже можно работать. То есть такой вектор можно подавать на вход любой нейронной сети, и она даже будет как-то обучаться. Может быть, не самым лучшим образом, но тем не менее какой-то результат вы получите. Вот, но, как мы уже сказали, сегодня мы рассмотрим другой, чуть лучший способ. И идея будет заключаться в следующем, что в целом, ну вообще, принцип, по которому построена вот эта тетрадочка. У нас будет какой-то текст, в нем будут слова. Мы каждому слову поставим какой-то айдишник. Ну вот, например, как здесь на картиночке показано, 958. Потом у нас будет, ну, условно, для каждого айдишника у нас будет какой-то вектор эмбеддинга,
числовой вектор, который будет соответствовать этому слову. Все. Здесь представлен общий принцип, а дальше мы посмотрим, как мы это сможем сделать в виде нейронной сети. Так, ну погнали. Word to Vec. Как я уже сказал, основная идея вот этого вот преобразования, вот этого эмбеддинга заключается в том, чтобы близкие по смыслу в каком-то понимании слова, они находились ближе друг к другу, чем более далекие слова. Причем этот смысл может быть, в принципе, любым. Ну, например, на этой картинке показано, что в качестве смысла мы можем понимать форму слова. Да? Здесь, например, инфинитив, и два слова находятся в какой-то одной области пространства. А здесь там, какие-то там другие формы глагола, и они находятся, и они должны находиться уже в какой-то другой области нашего пространства. А на другом примере, вот в этом тексте, там мы видим три слова: кофе, вода и чай. И здесь они объединены общим смыслом того, что это какие-то жидкости, которые можно пить. И, соответственно, мы тоже хотим, чтобы эти три слова, они находились достаточно близко друг к другу вот в нашем пространстве эмбеддингов. Да. При этом, если мы посмотрим на вот этот пример, то мы увидим, что рядом с каждым из этих слов стоит другое слово «drink». И вот именно вот такая особенность текстов, вот именно тот факт, что все три слова, они встречаются в связке с каким-то одним словом или тоже близкими словами, это как раз и позволит нам решить нашу задачу. Как это можно сделать? Вам на лекциях рассказывали два подхода. Первый подход – это Continuous Back of Words, и второй подход – это Skip Gram. В первом подходе, у нас, ну, условно, у нас есть какой-то черный ящик, да, который берет на вход там, слова, которые идут до и после нашего целевого слова, ну, который, давайте будем называть это центральным словом, да, и этот черный ящик нам предсказывает, собственно, само центральное слово. То есть по контексту мы предсказываем центральное слово. А второй подход, SkipGram, он действует ровно наоборот. То есть он берет наше центральное слово и по нему пытается предсказать контекст. И на лекциях вам говорили, что SkipGram, он работает получше, чем Continuous Back of Words. Поэтому дальше вам на лекциях, по-моему, про SkipGram потом рассказывали в основном. И на семинаре мы тоже с вами будем рассматривать SkipGram. Так, если у вас есть какие-то вопросы, если они возникают у вас по ходу рассказа, то прерывайте голосом или в чатике, не стесняйтесь. Да. Так, ну, соответственно, давайте теперь приступим к коду. И для начала нам нужно будет, собственно, скачать датасет. Скачать, в принципе, его можно руками, можно через ссылочки. Давайте через ссылочки, потому что мы в коллабе все это делаем. Для этого нам нужно раскомментировать вот эти строчки. То есть мы откуда-то там скачаем архивчик, потом его распакуем и удалим сам архивчик. Запускаем. Так, давайте-ка я проверю, что у нас на GPU. Все на GPU. Так, да, сам архив на 30 метров. Так, ну, вроде бы все готово. И теперь давайте попробуем прочитать весь текст в память и вывести первые 100 символов этого текста. Вот.
Вот, пожалуйста, вот так выглядит текст. Можно попросить вывести больше. А, он вывел, но вот так вывел. В целом мы видим, что этот текст уже каким-то образом предобработан, в том плане, что здесь нету заголовных букв, здесь нету знаков препинания, нету каких-то сторонних символов, здесь просто разные слова. При этом эти слова в разных формах, то есть их даже не привели к, там, к инфинитивам и начальным формам. Ну, не страшно. В общем, есть слова в разных формах. И да, наша задача, как я уже сказал, будет научиться каким-то образом переводить каждое слово в вектор. Причем это представление мы будем обучать. То есть мы не пишем его руками, не задаем там какие-то веса, какие-то формулы, а мы просим все это сделать за нас нейронную сетку. А для начала нам нужно сделать какую-то предобработку. Да, значит, предобработка тоже уже вся, в принципе, написана. Какая у нас есть предобработка? Первое, это мы убираем любые знаки препинания. Мы заменяем знаки препинания вот, вот такой штукой. Да, то есть, как я уже сказал, в наших данных нету таких знаков препинания, но если бы они были, они бы заменились, да, то есть это препроцессинг такой общий достаточно. Затем мы удаляем слова, которые встречаются 5 либо меньше число раз, то есть какие-то прям совсем редкие слова. Это нужно для того, чтобы там, уменьшить, ну, то есть вот эти редкие слова, они своего рода шум, и, соответственно, уменьшая уровень шума, мы можем получить, выучить лучшее представление. Так, и да, и все, и возвращаем потом список всех слов в тексте. Так, давайте попробуем это сделать. Так, у нас выдает ошибку просто потому, что у нас коллап не видит наших утилсов. Что мы делаем? Утилсы лежат на самом деле в репозитории. Самый простой способ, как можно это все пофиксить, мы открываем утилс, берем в сыром формате, выглядит это вот так, копируем ссылочку, возвращаемся к тетрадке. Создаем новую строчку, и нам просто нужно скачать это. Вот так. Скачали. Все, теперь у нас есть где-то там у себя в облаке. Мы скачали утилс в ту папочку, которую видит тетрадка. И теперь мы можем все импортировать. Все, ошибки уже нет. Да, все, у нас пошло уже выполнение. И, кстати говоря, достаточно быстро, да, несмотря на то, что нас напугали несколькими минутами. Отлично. В результате у нас текст превратился в список слов. Вот как показано здесь. То есть здесь показаны первые 30 слов в нашем списке. В целом мы можем даже... А, да, тут уже все есть. Мы можем попросить теперь посчитать, сколько у нас всего. То есть в тексте у нас почти 17 миллионов на минуточку слов. При этом уникальных всего около 64 тысяч. Ну, всего. Отлично. Дальше нам нужно каждое слово представить в виде какого-то идентификатора. В качестве идентификатора мы будем использовать целые числа. Мы потом увидим, почему так и чем нам вообще это удобно. Как это будет происходить? У вас все это написано. Да, опять же, мы используем utils, то есть функция уже для этого есть, называется createLookupTables.
Она принимает на вход список слов, он у нас уже есть, это words, и возвращает два словаря. Два словаря нам нужно, чтобы у нас как бы преобразование было взаимооднозначно. То есть слово в число и, число, и обратно число в слово. Значит, целые числа для каждому слову присваиваются в порядке убывания частоты. То есть самому популярному слову будет присвоено число нолик, потом второму по популярности единичка, третьему по популярности двоечка и так далее. Да, затем, да, это вот первая строчка будет делать. Затем, имея вот эти словари, точнее, первое слово, которое будет слово превращать, переводить в идентификатор, мы потом получаем список вот этих идентификаторов. Вторая строчка вот тут. И потом выводим первые 30 идентификаторов. Погнали. Так, но тоже достаточно быстро. Теперь смотрите. Вот у нас был список слов, а теперь у нас список идентификаторов. Вот давайте здесь для сравнения выведем. Да, ну вот, пожалуйста. Кстати говоря, вот второе по популярности слово – это артикль «a». Вот он, единичка, да? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. А нет, я вру. Это, получается, пятое по популярности. А второе по популярности – «of». Неожиданно, на самом деле. Так, а чего у нас тут нолик? Нолик – это какой? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. А самым популярным словом это артикль «з». Ну, окей. Да, ну и, собственно, вот так для каждого слова. То есть мы видим прям номер по популярности. Видим, что анархизм далеко не самое популярное слово у нас в тексте. А всего стоит на 5000-м месте. Кстати говоря, в целом по такому же принципу можно составить словарик слов, которые нужно знать, которые нужно выучить, да, типа там... В обычной речи, по-моему, человек в среднем использует только там 5 или 6 тысяч слов. Соответственно, можно себе составить список из этих слов и выучить их. И вы уже сможете общаться почти на все темы. Даже слово «анархизм» входит в первые 6 тысяч. Так что, да, список тем может получиться достаточно широким. Так, дальше. Теперь сабсэмплинг. Значит, уже просто из вот этого шага препроцессинга мы поняли, что есть очень популярные слова, а есть там менее популярные слова и совсем не популярные. И понятное дело, что в нашем тексте слово «з», например, используется очень много раз. В принципе, можно даже посчитать, сколько именно. И кажется, что нам для обучения нашей нейронной сети не нужно такого количества одного слова. Поэтому, да, и в принципе мы хотим, чтобы каждое слово имело более-менее одинаковый вес. И самое простое, как мы можем этого добиться, это попробовать уменьшить число слов в нашем списке, то есть убрать какую-то часть популярных слов, чтобы по общему количеству всех слов было примерно одинаково. Как мы можем это делать?
Самый простой способ – это сэмплирование, да, то есть мы с какой-то вероятностью будем убирать слово из там, списка. Вопрос только, с какой именно вероятностью. И вот приводится один из вариантов, когда для каждого слова, которое задается нашим числом W и T, вот это вот как раз идентификатор нашего слова, мы считаем вероятность вот по... То есть вероятность того, что мы отбросим это слово, да, мы считаем вот по такой формуле. Единичка минус, а под корнем у нас соотношение t делить на f. t – это какой-то пороговый параметр настраиваемый, а f – это именно частота нашего слова. То есть если слово частое, то частота будет большой, и в целом вот это значение будет маленьким. И, соответственно, вероятность будет стремиться к единичке. То есть почти с единичной вероятностью мы будем отбрасывать это слово. Например, сейчас, вот, да, вот для самого популярного слова у нас в списке, то есть для слова Z, значение вот этой вероятности при вот таком вот параметре мы получаем вот там сколько? Почти 99 сотых, да, то есть почти 99% всех слов Z в нашем списке мы выбросим. Да, ну и, соответственно, вам предлагают реализовать вот эту вот подвыборку для слов в нашем списке идентификаторов, вот этот int words. То есть нам нужно пройти через каждое слово, нам нужно пройти через наш список идентификаторов и отбросить каждое слово с какой-то вероятностью пешечка, которая считается вот по такой формуле. Вот, и то, что получится, это будет наша выборка для обучения. Угу. Так, ну, соответственно, вот, вам вот здесь нужно это сделать. Я вам дам минутки 2-3, чтобы вы подумали, как это можно, как бы вы это делали, попытались это сделать, а потом посмотрим на решение.
Что-то получилось? Ну, пока я просто очень долго думал, как представить вероятность, и ну, не знаю, правильно или нет, но как это так, если можно, например. Так, text count. То есть для подсчета частоты встречаемого встречи слова в, получается, изначальном тексте. Так, подождите. А у вас каунты уже вам посчитали? Вот тут. А. Dictionary with number of appearances for each word. Так, ладно, понял. Не увидел. Ну, тут сейчас можно так сейчас закомментировать. Тут даже пример был. Да, вот, видишь, 42-е слово встречается в тексте там 32 тысячи раз. Кстати, вот интересно, сколько встречается нулевое слово, самое популярное, Z. Артикль Z встречается, ну, текст нужно было поправить, опа, миллион раз. Что, миллион? Стой, подожди, у нас вообще слов... Где-то мы считали. У нас 16, почти 17 миллионов слов, и из них миллион — это только Z. Неожиданно. Язык артиклей. Хорошо. Ну, давай попробуем тогда. Значит, train words — пустой список. Делаем сюда, мы будем складывать оставшиеся слова. Дальше. Для каждого слова в нашем списке. Окей. Давай я сразу скопирую решение, просто его покажу, расскажу. Вот так. Вот так выглядит решение. Значит, что здесь происходит? Мы берем, мы берем ID-шник каждого слова. Дальше для этого ID-шника мы считаем вот эту штуку. Ну, тут можно посчитать вероятность, да, но сейчас. Короче, считаем вот эту штуку. То есть мы берем наше пороговое значение t, вот это. Берем число раз, которое это слово встречается у нас в словаре, в списке, и делим на общее количество слов. Words. А, ну тут на общее количество уникальных слов получается. А, нет, все правильно, на общее количество всех слов, да, мы пока еще ничего не выбрасывали. То есть это как раз вот эта вот частота. И все. А, и берем квадратный корень. Это как раз вот эта штука. Потом смотри, поскольку вот эта вероятность того, что мы слово выбрасываем, да, то вероятность того, что мы... слово оставляем, это будет единица минус вот эта штука. То есть это вот чисто корень. То есть сам вот этот корень, это есть не что иное, как вероятность того, что мы это слово оставляем. Вот. А дальше, как мы делаем сэмплинг по вероятности? Мы генерируем какое-то рандомное число от 0 до 1, случайное. Если это число меньше вот этой вот вероятности оставить это слово, то мы это слово оставляем. Да? Ну, давай проверим. Вот для, у нас есть для Z вероятность того, чтобы его выбросить, это там почти 99 сотых. Соответственно, вероятность, чтобы это слово оставить, это единица минус 0,99, это будет просто 1 сотая. Соответственно, если мы генерируем случайное число, и оно оказалось меньше 1 сотой, то мы слово Z оставляем. Если случайное число оказалось больше, чем 1 сотая, то мы слово выбрасываем.
вроде бы логично, да? Чем меньше число, чем меньше вот это вот число, тем более популярное слово, тем меньше нам его нужно. И наоборот, если там для какого-нибудь редкого слова у нас вот эта штука появилась, получилась, там, например, единица, то, соответственно, мы его в любом случае оставим. Ну, это, да. И все, что мы оставляем, мы сразу сохраняем в список слов для обучения. А тут вопросы какие-нибудь остались? Нет, все очень логично и как-то очень просто выглядит. Отлично. Так, ну тут тоже все достаточно быстро работает. Так, выводим первые 15 слов, айдишники точнее. Но в целом мы видим... Да, ну то есть верхняя строка – это наш первоначальный список айдишников, а вторая строка – это уже список, который мы прирядили, то есть выбросив какую-то часть популярных слов. Но в целом мы видим, что в списке ниже больше айдишников с большим значением. Да? То есть вот 11, пятерочка, они вылетели, потому что они популярные слова, единичка вылетела. А, например, вот эти 5233, это слово анархизм, это слово осталось, да, просто потому что оно редкое, и вероятность там, его оставить, она достаточно высокая. Так, отлично. Все, значит, выборка для обучения у нас есть, замечательно. Ну, точнее как, не совсем выборка, а просто айдишники слов в этой выборке. И теперь нам нужно сделать бачи, да, потому что мы же сеточку обучаем бачами. Да, и бачи здесь тоже непростые, поэтому мы пишем как бы свой кастомный дата-лоудер условно. Значит... Что нам нужно сделать? Вот тут, в принципе, описано, что нужно сделать. Идея заключается в следующем, что... Вот у нас есть какое-то слово, центральное слово. Мы берем какое-то максимальное количество соседей слева и справа. Например, в данном случае c равно 5. То есть максимум 5 слов до этого слова, максимум 5 слов после него. Ну, либо слева и справа. Затем мы генерируем, мы берем какое-то случайное число в диапазоне от 0 до c. В данном случае от 0 до 5. То есть 1, 2, 3, 4, 5 случайным образом. И берем только это количество слов слева и справа. То есть если R у нас двоечка, то мы берем два слова слева и два слова справа. И вот это будет наш батч. Ну, точнее, не так. Это не будет наш батч, это будет наш таргет, да? Объясню. Вот. Потому что у нас вот такая вот сеточка будет, на входе будет центральное слово, а на выходе сколько-то слов слева, сколько-то слов справа. Ну, собственно, нам нужно сделать вот это первым делом. Да. Собственно, вот, то есть и нам нужно написать вот эту функцию, которая называется getTarget. Она получает список слов. Сейчас, что там она получает? Список слов, индекс. А, все, да. Список слов общий, да. Потом получает индекс нашего центрального слова. Сейчас индекс центрального слова и размер, так, и размер окна. Размер окна – это c. Да. И, например, вот если у нас идет последовательность наших слов, наше центральное слово – это в
вот это вот слово с индексом 2, то есть это слово с ID-шником 741, и R у нас выпало двойкой, то наша функция должна вернуть нам список, в котором входят два слова слева, вот они, и два слова справа, вот они. Вот так вот должна работать эта функция. Вот, то есть нам нужно ее дописать. Тоже две минутки даю, и потом рассмотрим ответ. Там буквально две строчки кода. Ну, просто хотя бы подумайте, как это можно сделать. То есть для начала нужно случайным образом выбрать число от 0, от единицы до window size, а потом взять слова, которые слева, из n слов слева, r слов слева, r слов справа от слова с вот таким вот индексом. Так, о, даже решение в чатик прилетело. Давайте посмотрим. Рандом, окей. Ага. Да, почти так. Сейчас вот авторы предлагают... Да, в целом верно. Авторы предлагают просто еще одну штучку на случай, если мы вдруг оказались в начале списка либо в конце. Да, и чтобы не было ошибок по индексам, они еще добавляют вот этот вот макс, да, типа если у нас, ну, условно, если мы оказались где-то вот тут, и нам нужно два слова слева, то мы не можем их взять, понятное дело, поэтому мы говорим, ну, сорян, два слова слева взять не можем. Ну и, соответственно, если мы оказались справа, то есть мы не можем взять там два слова справа, то тоже говорим, что, ну, сорян, не можем. А так все в остальном, все так, верно, да. А, сейчас, и return, да, только return, а, ну да, все, да, return target. Отлично. Запускаем. Получаем.
Значит, мы на вход чего там попросили? Индекс 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Windows Size 2. Ну, в принципе, видим, да? То есть 2... А нет, стоп. Around. Так, минуточку. Что-то не то, да? Ошибку сделал. Пойдем нигде. Интересно. Индекс 5. Ну, сейчас видим, да. Почему? Как-то странно где-то, по-моему. Очень интересно. Front end. Тут все нормально. Попросим ввести R. Так. Так, индекс плюс 1, landlords минус R. ID плюс R. Не, ну, окей, может, делаем так. Вот, теперь кажется правильно. 4. Да, вот теперь правильно. Да, вот тут вот единичку потеряли. Окей, все, хорошо. Так, с этим разобрались. Вопросы? Вопросов? Нет. Да, отлично. Это мы получили таргет для одного слова. И теперь нам нужно все это из этого сделать еще бачи, да, то есть, чтобы несколько слов и для них получали таргеты. Для этого есть функция getBatches. О, заданий здесь никаких нет. Отлично. Функция берет нас на вход список наших слов, требуемый размер бача и вот этот размер окна, который мы используем в getTarget. И на выходе мы получаем, собственно, набор батчей, и в каждом батче мы получаем какое-то количество слов x и, собственно, таргетов y. Причем мы делаем это в виде итератора, как это делается, собственно, в PyTorch. То есть нам не список нужен, а именно нужен итератор.
Значит, что мы здесь делаем? Мы берем все слова, которые у нас есть, количество всех слов, делим на размер бача. И дальше берем только такое количество слов, которое полностью помещается в какое-то целое количество бачей. Ну, просто для удобства, чтобы не заморачиваться. И дальше мы идем по каждому бачу. И что мы делаем? То есть мы берем все слова в баче, и для каждого слова мы, собственно, берем, сохраняем это слово, и мы для каждого слова еще берем таргеты, то есть какое-то количество слов слева и справа, и тоже это сохраняем. И потом выводим оба этих списка. Все. Вот так это все выглядит. Вот тут нужно обратить внимание. Сейчас. Так, что-то я не очень понимаю. Давайте тоже для того, чтобы было проще. Print. Так, и сразу, чтобы разобрались. Оп. Икс. Чтобы прям вообще понятно было. Понятно. Понятно. Ну, в общем, да, тут может быть не очень очевидно, просто из-за того, что мы всегда, поскольку мы начинаем с первого слова в баче, со второго слова в баче, с третьего слова в баче, мы там для первых слов мы всегда сталкиваемся с краевыми условиями, да, особенно когда у нас размер бача 4, да. Поэтому вывод такой немножечко странный. Там, если мы возьмем бач, допустим, давай возьмем, у нас тут 20, да, давай здесь возьмем 200, здесь 5 в смысле, давай возьмем размер бача 20. Так, вот, тогда для каких-нибудь слов в серединке, вот, например, десятое слово в баче, мы для него как раз берем три слова слева и три слова справа в баче. Вот. А в начале бача, видишь, например, нулевое слово, первое слово, мы можем взять только слова справа. Вот.
а слева мы просто не можем взять. Ну и, соответственно, мы потом это все собираем в два списка x, y и просто вытягиваем. И, соответственно, мы видим, что одно и то же слово может встречаться здесь несколько раз. Вот. Ну, потому что вот для пятого слова мы вытащили 4 слова соседей, и соответственно, у вас 4 записи для пятого слова. Так, ну давайте вернем обратно. А вот можно еще раз? Я просто немного не понял. Вот у нас getBatches, она получается, ну, вроде как должна по каждому слову выдавать его окружение. То есть да. Плюс-минус 2 или Windows size слов. Вот. А вот этот вот вектор x и y в конце, это вот вообще что? Ну смотри, вот у нас здесь я запустил, да, ну здесь простой какой-то пример. Давай вот так вот. Вот смотри, у нас там, ну тут пример типа 200 слов, да, и batch size 20. Вот я взял 20 слов первых. Это первый батч. Вот первое слово. Так получилось, что я беру 5 соседей слева и справа. Но так как слева я не могу взять, я взял только 5 соседей справа. Так? Это понятно? Да. Да. И теперь я это все должен сохранить в x, y, то есть то, что я выдам в результате. Как я это делал? Значит, смотри, у меня для нулевого слова 5 соседей. Uh-huh. Ну вот я говорю, вот значит у меня 5 записей. Значит, в x я 5 раз кладу, не 5, а нет, стой, 5, да, все, я уже. 5 раз кладу нолик в x, а в y я кладу всех пятерых соседей. А, окей. Окей, вот. Хорошо. Да, понятно. Да. Ну, потом, соответственно, для второго слова у меня типа 4 соседа, ну, сколько там, 3 соседа слева, справа я взял, да, и один слева, потому что, ну, я больше слева не могу взять. Угу. Соответственно, у меня 4 как бы соседа, да. Ну, вот, соответственно, 4 записи в иксах и 4 соседа в игреках. Угу. Понял, все, спасибо большое. Так. Вот, да. Отлично, с этим разобрались. Теперь нам нужно построить модельку. Значит, как я сказал в самом начале, так, что у нас по времени? А, еще есть, отлично. Как я уже сказал в самом начале, модель у нас прям вообще самая простая. Самая простая в этом курсе. Она состоит условно из двух слоев только. Значит, у нас есть, у нас будет какой-то входной вектор. Это наши слова. Мы будем пропускать каждое слово через слой для имбеддинга. Когда-нибудь уже сталкивался с имбеддингами? Ну, слой имбеддингов? Никак нет. Нет, первый раз. Да, ну, короче, у PyTorch есть прямо отдельный слой, который называется embedding. Вот где-то там вот, сейчас покажу даже. А, потом покажу, это в задании, значит, у нас. Вот, ну, как бы он оформлен как отдельный слой, но на самом деле, чисто математически, это очень похоже на обычный линейный слой в PyTorch. В нейронной сети. Единственное отличие в том, что там нету функции активации и нету свободного коэффициента, вот этот, который прибавляется. В остальном это просто обычный линейный слой. Вот. С маленькими отличиями. Все. То есть вот это вот первый слой. И потом просто выходящий слой, у которого на выходе будет там тоже сколько, ну вот сколько у нас слов, вот столько будет выходов. Все, то есть фактически, чего мы делаем? Мы будем решать задачу многоклассовой классификации. Вот у нас было там, я не знаю, 100 слов уникальных, вот значит 100 классов. И каждое слово, ну вот, например, вот в баче, вот
от слова, нулевое слово, оно принадлежит классам 1, 2, 3, 4, 5. Соответственно, мы как бы предсказываем несколько классов одному слову. А там слово единичка, оно принадлежит классам 0, 2, 3, 4 и так далее. То есть, ну да. Вот. Да. И, соответственно, мы элементарно решаем задачу классификации. Да. Нам нужно будет еще... Нам нужно будет еще как-то валидировать то, что у нас получается. Ну, точнее, это нужно не сколько для измерения качества, сколько для того, чтобы мы глазами увидели, что действительно близкие по смыслу слова, они находятся рядом друг с другом в нашем вот пространстве эмбеддингов. Как здесь предлагается делать? Предлагается считать некоторую схожесть между словами. Ну, условно, какое-то расстояние. И предлагается считать косинус между двумя векторами. То есть у нас есть вектор для слова А, вектор для слова Б. Если мы считаем, что эти слова близки по смыслу, то, соответственно, угол между этими векторами он должен быть близок к нулю. То есть мы должны посчитать косинус между двумя векторами, считается вот так, и это будет нам давать меру схожести двух слов. Да. При этом, да, при этом в качестве, чтобы прям не запутаться, то есть мы будем брать какие-то слова, за эмбеддинги каких-то слов, это будут вектора А. А также у нас будет сколько-то слов наших ну, реперных, да, то есть мы скажем, что вот мы выберем там 16, например, слов или 10, либо 5, пусть 5 слов выбрали, и мы и зафиксировали их, там, я не знаю, утюг, роза, кошка, пирожок, солнце, да, вот мы зафиксировали 5 слов, это будут наши вектора B. Да, еще взяли там... Да, и взяли слово А, и мы смотрим, насколько наши слова А близки к нашим словам Б с точки зрения имбеддингов, и выводим эти списки. И дальше мы смотрим, насколько эти слова действительно похожи. Ну, условно, если мы возьмем слово там «солнце», и имбеддинг нам говорит, что ага, по смыслу слово «солнце» близко к слову «табуретка». Что, ну, как бы мы понимаем, что это не так, и это сигнал к тому, что наш эмбеддинг работает плохо. Он там недообучился, например. А если там к слову «солнце» эмбеддинг говорит, что близкое к нему по смыслу слово «звезда», то мы говорим, а, ну, нормуль. Значит, эмбеддинг как-то обучился. Вот, то есть у нас будет список каких-то проверочных слов, и какие-то слова, да, и мы будем сверять их. Так, тут функция, которая считает все вот эти косинусы, значит, что она принимает на вход? Она принимает на вход вектора эмбеддингов. Так. Так, надо понять. Так, valid size и valid windows. Так, что это такое? Не очень понятно.
Ну ладно, давайте пока пропустим. Нам не очень важно, на самом деле, как она работает. Нам важно, чтобы мы понимали, что на выходе. Вот. Это мы будем выводить в процессе обучения. Да, нам хорошо бы ускориться. Так, и теперь, собственно, сама сеточка. У вас здесь задание, вам нужно определить, вот, собственно, вот это вот, написать вот эту вот архитектурку. Ну, давай я ее сразу напишу, потому что если с эмбеддингами вы не встречались, то, ну, во-первых, здесь есть вам ссылочка на документацию, то есть описание на слой эмбеддингов. Так, ссылочка. Ага, меня не пробросило. Вот легко. Embedding. Во. Вот. Ну, то есть это вот тут написано слой эмбеддинга. Это simple lookup table that stores embedding of a fixed dictionary and size. Вот. То есть это обычная, вот у вас даже тут где-то пример был в самом начале. Вот, вот такая вот табличка. Вот это есть эмбеддинг. Причем с точки зрения математики, если вы помните, просто линейный слой нейронной сети без функции активации, это тоже есть не что иное, как просто матрица. Вот, поэтому с точки зрения математики эмбеддинг очень похож на обычный линейный слой. Только там нету функции активации. Вот. Сама сеточка выглядит вот так. Сейчас я покажу. Где-то. Пум. Вот так. То есть у нас два слоя. Первый – это эмбеддинговый слой. Да, на входе у нас... На входе у нас вот, то есть, да, то есть у нас, например, 100 уникальных слов. Мы сначала кодируем каждое слово one-hot encoder'ом, вот как ты вначале говорил, и мы этот вектор подаем на вход нашему слою эмбеддингов. И на выходе он возвращает нам уже эмбеддинг этого слова. То есть это какой-то числовой вектор какого-то заданного размера, ну, например, 20 или 100. 1000 или 137, неважно, какой мы захотим. Вот. А потом мы берем уже этот вектор эмбеддингов и подаем на вход нашего последнего слоя, выходного слоя, на выходе которого столько же выходов, сколько у нас слов в словаре. Да? Ну, поскольку каждое слово – это отдельный класс, и мы решаем задачу классификации, то получается, что вот там, если у нас 100 уникальных слов было в тексте, значит, у нас 100 классов. Соответственно, выходов тоже 100. Все. Всего два слоя. И собираем это все вместе. В форварде. Так. Тут есть вопросы по архитектуре сетки? Нет, ну, как я понимаю, просто embedding — это, вот как вы говорили, линейный слой, но перед этим он еще делает one-hot encoder какой-то. Правильно понимаю? Да, да. А мы сейчас посмотрим в цикле. Значит, куда embedding? То есть мы будем каждое слово представлять 128-мерным вектором. Вот наша моделька. Значит, сколько у нас тут размерность на входе? Давай посмотрим. Так. Значит, о, смотри, у нас почти 64 тысячи классов. Это вот сколько у нас уникальных слов. То есть сеточка простая, но на самом деле огромная с точки зрения весов, количества весов. Вот. Соответственно, да, и 128 эмбеддинговое пространство. Так, это все рутина. В качестве функции потерь это кросс-энтропия, то есть это та функция потерь, которую мы используем в многоклассовой классификации. Оптимизатор Adam. Так, это всякие штуки 5 эпох, batch size 1024, print every 200 эпох,
итераций. Так, все, значит, что мы делаем первое? Первое, мы для каждой эпохи мы собираем, вот, мы берем батчи, вот, запускаем функцию getBatches. А потом для каждого батча что мы делаем? Мы, ну, во-первых, переводим инпуты и таргеты, да, то есть инпуты и таргеты – это вот эти вот x и y штуки, да, то есть это ID-шники. Мы их переводим в тензоры пайторчевые и отправляем на GPU-шечку. То есть это тоже такая технические строчки. Затем... Да. Так, я, может, что-то не понимаю, а может, посмотрю, что тензор. Не, вообще, ладно. Айдишники вроде как. Очень интересно. Ладно, мы потом берем наши входные слова, пропускаем их через модельку, получаем, собственно, прогнозы и потом считаем, собственно, функцию потерь. Так. Да, ну давай запустим, во-первых. Кстати, я не знаю, сколько это будет обучаться. Потом остановим, и я покажу штуку. В общем, идея заключается в том, что вообще все эти эмбеддинги, они обучаются долго. Да? То есть у нас вот простая сеточка, два слоя, но уже 64 тысячи классов. А какие-то такие серьезные эмбеддинги, они состоят уже из большего числа слоев. И, соответственно, обучаются не тоже гораздо-гораздо дольше и на большем числе, на большем объеме данных. Вот, поэтому вот то, что мы здесь рассмотрели на семинаре, это на самом деле не что иное, как ну, просто пример, да, для того, чтобы вы поняли, как это работает. Но в реальности, то есть когда вы будете там, делать свой какой-то научный проект или будете работать где-нибудь в компании, и вам потребуется вот этот эмбеддинг, то, скорее всего, вы не будете его самостоятельно обучать. То есть, благо, сейчас уже существует много предобученных эмбеддингов, то есть предобученных нейронных сетей, которые сделают уже готовых к использованию. Просто качаете сеточку, подаете на вход там, ваше слово любое, и на выходе она вам выдает вектор какого-то размера эмбеддинг. То есть обучать вам ничего не нужно. Моделек тоже существует много. Они обучены на разных корпусах текстов. То есть кто-то обучен на Википедии. Ну, как правило, на Википедии. Там, может быть, кто-то обучен на каких-нибудь художественных книжках. Возможно, вы сможете найти те, которые были обучены на, там, на какой-нибудь научной литературе. Вот. То есть на самом деле выбор корпуса текстов, он, ну, во-первых, влияет на словарный запас, да, то есть какие слова встречаются в словаре, и на вот эти вот схожести, да, потому что там в каких-то терминах два слова, ну, там, я сейчас гадаю, да, то есть условно там в науке два слова могут быть более похожи друг на друга, чем в художественной литературе, вот, просто из-за стилевых особенностей. И есть, да, как правило, очень много моделек для английского языка, понятное дело, почему, но также есть достаточно много моделек и для русского языка. Вот, там много для этого сделали там, в физтехе, там, в Яндексе, в Сбере, то есть вот в крупных таких компаниях, в крупных игроках по, там, по анализу данных у нас там, в России, они, как правило, тоже сделали там, несколько таких вот моделек, которыми можно пользоваться. Ой, да, я сделал большую ошибку. Я не убрал принты в батчах. Поэтому... И кажется, от такого количества выводов
стало плохо кому бы. Так, остановились. Принты надо было убрать вот тут. Да. И вот тут. Так, ну, anyway, хорошо. Так, ну, в общем, их можно запустить и уйти пить кофе. Да, время истекло. Одну минуточку. Я просто хочу проверить, что такое input и что такое target. Input. Да, input — это просто ID-шники получаются. Да? Но таргеты... Ой-ой-ой-ой, не то сделал. Сейчас в каком-то месте нужно понять. Сейчас. Да, тоже айдишники. Так, тогда давай посмотрим. Может, это в эмбейдингах где-то. Ага, вот. Значит, когда мы используем эмбеддинговый слой, то нам не нужно делать one-hot encoding, он делает это внутри себя. Вот еще одно отличие от линейного слоя. То есть он на вход как раз принимает индексы. Вот, собственно, вот так, как на картиночке. Вот, он принимает индексы и дальше уже все делает. Да? Ну, просто... Да, я просто, видимо, плохо проговорил это, потому что если мы просто сделаем one-hot encoding и перемножим на матрицу, мы просто получим строчку этой матрицы, которая соответствует положению единички. То есть мы точно такой же результат можем достичь, если мы просто попросим нам вывести строчку этой матрицы с каким-то индексом. Вот, собственно, это и делает embedding. То есть он берет наши индексы и возвращает сразу нам вот этот embedding из вот этой матрицы. Понятно, почему у нас нигде в коде нету one-hot encoder? Ну, вроде да, потому что как бы у нас используются индексы вместо обычных слов. Да, да, у нас используются индексы и используется embedding вот этот вот слой. Потому что он как раз на вход индексы и принимает. Если бы мы вместо эмбеддинга использовали линейный слой обычный, вот типа вот такого, то нам бы тогда пришлось сделать еще one-hot encoding. Mm-hmm. Вот. Но эмбеддинговый слой, он умеет с индексами. Он как бы внутри себя как бы все это делает. Mm-hmm. Вот. Ну да, а соответственно, да, все. То есть, а на выходе уже от нашей сетки мы получаем уже там вектор размером 64 тысячи, подаем на вход функции потерь, где там, вот, да. Ну и подаем просто индексы таргетов, и, видимо, внутри уже функции потерь, там внутри в коде, там тоже происходит где-то one-hot encoding, чтобы таргеты перевести, чтобы правильно посчитать функцию потерь. Соответственно, то есть за нас, нам уже не нужно переводить индексы в какие-то вектора, one-hot encoded или еще что-нибудь, это все делается за нас. Вот, да, поэтому вот возьмите на заметку себе вот такой замечательный слой эмбеддингов. Мы еще с ним когда-нибудь встретимся, то есть там в третьем-четвертом модуле обязательно встретимся, когда будем говорить про картинки второй раз. Все, у меня на этом все. Спасибо, что подключились. Хорошего дня и пока. Спасибо большое, до свидания.